шлем одеть. Да. Вот каску вот надо такую сейчас. А еще смотри, что есть. Еще вот такая есть хуйня. Это... Хочешь шапку тебе? Шапку хочешь дам? Так у меня каска. Как раз тебе. Вон он, пидор. Ну. Так это, на, это будет под каску вместо. На, одевай. Будем с тобой ходить прикольный. Вон она. Тут где-то лежит. Нашел? Нет, сейчас не нашел. Гляну. Не нашел, что ли? Да. Вот она лежит, вот этот. Вот она. Ага. Так, где этот пидор? Вон туда пошел. Вон туда. В кусты. Вот он, за вот столб стоит металлический, он за него в кусты пошел. Ага, так, ну я давай, я пока на ту сторону. Ты там вниз спустись, посмотри там. Да. Что я внизу не был там. Не был? А сверху был ты здесь? Сверху, да, болтал. Ага. А вниз тут вот этот? Там спуск какой-то сбоку, я да уже посмотрел. Да. А, здесь я тоже, кстати, внизу не был. А, здесь что-то пусто. Что-то нашел. Чер какой-то. Так, это мне не надо. Блядь, ну да, он где-то там. А палатки ты залутал или нет? Не, палатки я не подходил. А, потому что там этот писюн, да? Так, что у тебя по патронам? Так, у меня 4 патрона. Ну, так, сейчас, подожди. Ты внизу здесь, да? 3 патрона на дробовик. Раз. И у меня еще есть пистолет. У него патронов 4. 357. Так, подожди, это у меня. Поставим. 9 миллиметр есть у тебя? 9 миллиметр. Есть 10 миллиметр и 22 калибр. Так, есть 10? А у меня же это есть. Кто? У меня вектор есть. Давай я его постреляю из этой. Кого? Сигнальная, блядь. Так, подожди, его надо привлечь. Подожди, стопай. Давай попробуем. Может посвистеть? Не, зачем? А, ну или так, да. Чё он? Так мы так его не увидим. Но нам главное, чтобы он вышел. Думаешь, он... Да на, вон, чё, у тебя дым есть вообще? У меня дым был. А, он этих... Он писюнов этих вон своих отправил. Таких. Паучков? Да. Они залезть не могут. Так, ну сейчас вон у тебя дыма нету, да? Как красный есть. Вон один залез. Вот он. Убегай. Блять, снова залез. Ну что тогда? Подожди. Тогда слушай. Надо, блять, идти гасить его нахуй. Сколько у меня тут патронов? Тут у меня 5. У меня 5 там, 5 там. Все, у меня в общем 10 патронов. А, 14, я говорю. У меня 4 и 3 в дробовике. Ну пошли, что, надо его выцеплять. У меня 14%. А, ну все, тогда не выходи. Сейчас я сориентируюсь, где он, падла. Я его буду вытягивать прямо на дорогу. Вижу его. Где он? Там вот он. А, вон. Вон, вижу. Стоп. Сука. Я попал. 7%. Тарся, все, загандошило. Убил? Да, вот он. И что, я его из этой хрени попал хоть, нет, в него? Да не знаю, у него, короче, прицел. Чё за чмо хоть посмотреть на него, бля? Да вот, чужой, ёпта. Вон. Прям похож, бля. Ну, я тебе говорю. А вот, а там, короче, когда я играл... Я, что ли, шмальнул? Да, вот он, да, горит. Давай, я во вторую, ты там в первую палатку. Меня тогда вот здесь убили, здесь стояло. О, я что-то нашел. Я, блядь, что-то нашел. Какую-то волыну. Вот банда. По-моему, калаш нахуй я нашел. Да? Смотри. По-моему, да. Да, акашник, прикинь. Нормально. Только называется почему-то Assault Rifle. Ну это штурмовая винтовка переводится. А, точно. Этот, тут топор, если что надо. Топор тоже есть, мне маленький бы топор, у меня потому что каска большие здесь есть.
Каска, как у тебя? Да, военная. Сейчас возьму. Вот на шкафу, на этом, прямо стоит. Ага. Так, сейчас. Вектор надо тут есть. Ни хрена себе. А где на вектор патроны, блядь? На вектор патроны 9 миллиметр, по-моему. Но у меня есть вектор тоже, но этот без патронов. Вектор вот валяется здесь. А где ты калаш нашел? В машине прям лежал. Нормально. А что, второй не положили, суки? Нет. Тут вот еще какая-то валы на 9 миллиметре. А у тебя 9 миллиметр есть? Нету, в том-то и дело. Вектор на девятках же, по-моему. Перчатки валяются тут. Перчатки есть. Так, там, говоришь, каска, да? Да, каска и вектор там. Да, вектор нахуй. Я вектор... Чё? А вот чё, какой-то 9-миллиметровый СМГ валяется, автомат. Да, ну я ж тебе говорю, какой-то непонятный. А, во, я и этот взял. Чё? Как его... А, 10-й миллиметр вектор идет. 10-й? У меня 10-й есть. А, ну всё тогда, давай. Я уже все, у меня теперь вектор заряженный будет. Так, только подожди, только вот куда-нибудь сюда выбрасывай. Так я себе хотел взять. А у тебя есть магазин? У меня? Не знаю, что в автомате нет магазина? Нету, нахуй. Вот я магазин нашел. Не, у меня магазина нету. На, патроны. Капец, у меня больших мегалайтов. Бросаю. Давай, ловлю. Слышал? Вижу, да. Но... Так, блядь, 9 миллиметров нету ни у кого. Так, у меня, короче, есть 5.45. А 5.45, чем его? Нужен вот ремонтный набор для чего-то. Вот надо смотреть. Нихуя у тебя тут. Сейчас посмотрим, куда-то проканают. Так, этот нет. Этот нет, нет, никуда не проканают. Так, каску надо. Каску вот так оденем. Во, я теперь вообще, да, настоящий этот пиздюк. Ага. Пиздюк. Так, у меня питьё нет, у тебя питьё есть? Питьё, да, тебе попить надо? На. Так. Держи редбульчика тебе. Так, где ты? Че, укатился куда-то? Вот он. А, вот он. Ага. Вот если пошарю просто. Так, сейчас давай-ка я вообще разобраться надо, что тут у нас. Так, эта херня чем у меня? 5.56 стреляет, но у меня на нее патронов нету, да? 5.56 пистолет какой-то. Нахуй он тогда нужен, правильно? Ну, давай, да. Подожди, определимся. У тебя какие есть стволы, надо разобраться, какие, допустим, чтобы патроны тебе собирать, какие конкретно мне, чтобы у нас разные патроны так, были. Вот у меня, смотри, допустим, есть... у меня 357 для пистолета и для дробовика 12 калибр. Какие для пистолета? 357. Так, это для револьвера, да? Нет, у меня Глок, типа, что-то такого. Так, у меня револьвер 357, да? Ладно. У меня, кстати, этот, красная точка есть, у тебя автомат или что? Давай, попробуем, может быть, пойдет. Сбросим. Угу. Так, она... Ну, на автомат сверху, наверное, должна стоять. На вектор она... Так, ладно. Ставится? На вектор, да, ставится она, получается. Только вот как ее, блядь, включать? Это лазер или это прицел? Это... это прицел, да, это прицел, красная точка, ага. Хорош. Так, короче, у тебя антибиотиков не осталось больше? Антибиотиков нет, больше нету. Так, ну все здесь, пойдем? Че? Сейчас. Да, я вот этот, наверное, вектор хочу разобрать хочу. В каком смысле? А, тот? Ну вот второй, ага. На эти, инструменные детали, что ли? Да. Все, я понял, да, что мне надо сделать. Так. Сделать вот так.
контейнерах воды вот нет. Так. Чё говоришь? Ну, а в контейнере вода есть. В одном. О. Попить тебе еще надо, если что, у меня есть еще? Да вот, я попил уже. Все. Так. Так, маленькие фонарики нам, значит, не нужны. У меня мегалайт. Да, у меня тоже мегалайт. Маленький мегалайт. Так, рация мне нахер не нужна, это мне нахер не нужна. Так, а ты где, подожди? Я на мосту стою. А, на мосту? Да. Так. Ну, хоть этого черта загандошили, да? Ну, блин. В принципе, что, в него три выстрела надо. А, бля, у меня антибиотики же есть, бля. Угу. Так. А, так, ну подожди. Мы так с тобой не определились. Нам надо решить. У меня, смотри, у меня 5.40... А, у меня 45 АЦП вот эти есть, патроны, 12. Угу. Есть 5.45. А, подожди, 5.45. Что-то же на 5.45 стреляет. ХК... 7.62. А, нет, 5.45 это, кажется, этот... типа М-ки. Нет? А, вот, подожди, вот... Тут тоже есть вот этот. У тебя пистолет 357-ми стреляет, который АП-85? Пистолет? Да. Пистолет 350. У меня АП-350. Ага. Короче, вот смотри. Так, ладно, раз у тебя 357-ми есть, на, короче, посмотри, какой из них лучше. Вот 357-ми стреляет. В нем патрон один. И... Так, подожди. Этот нет. А, подожди, это 9-миллиметровый. Это, так, 10-миллиметровый, это 22-й, этот... У тебя 22-й есть пистолет, что ли? Да-да-да, на 22-й. У меня патрон один есть. Вот, давай заберу. Сбросил. Угу. Так, а чё у нас револьвер? Там посмотри просто, чё мощнее, то оставь, а чё хуйня, то просто выброси. Ну, не выброси, а в этот, в ремонтный набор. 48. 190. Так, блядь. Димидж. 100%. Ну, дамаг, конечно, этот револьвер. Револьвер. Ну, все, револьвер убери. Остальное все ремонтный. Посмотри, может, что-то сделаешь. Так, 9-миллиметровый этот... 550... А, этот 5.56 стреляет. Этот стреляет 5.56. Этот девятки, да? А у меня получается... У тебя что-то 9-миллиметром стреляет? Нет, у меня только вот 357 и 12 калибр дробовик. А 9... вообще есть эти 9-миллиметровые патроны? Все, у меня патроны закончились. Мачете есть, хочешь? Не, мачете есть, есть, есть. Так, бандана. Ну, что-то есть. Ну, так, тогда как-то так пока. Так, ты у нас пришел с той стороны же? Да, я с той стороны. А это там тот город. А ты лутал? Нет, вот здесь уже вообще ничего не лутал. Что, пойдем лутать? Так, ну да, подожди, а ты по дороге шел? Нет, я вот оттуда пришел, вон... сверху, вон оттуда. Тогда пойдем, сначала туда сходим, там вон еще один аванпост. Где? Вон там справа от дороги. А, ну вот. Да и внизу вот здесь можно пошукать. Клочи там. Еще бы этот найти, нормальные рюкзаки, да? Ну, у меня нормальный 20-слотовый. Не, я имею в виду этот, это который удобный. Блять, надо перепрыгивай. У меня эти закончились. Все. Все, побежали он, не перепрыгнет же. Дорога длинная. А, ну все, и на тачке лутать постепенно, да? Мегафон здесь есть. Нихуя себе. А, мегафоном, наверное, их призывать можно. Я ж помню, что там ходил тоже. Свечи. Бля, может еще и тачку найдем? Как она выглядит вообще, даже не в курсах. Бля, ну они разные. Короче, просто видишь, вот это прям совсем хламье. А та машина будет выглядеть, что видно, что ее можно еще восстановить. Ну да. Что-то, ну типа того, короче.
Так, слушай, мне попить бы. Это мне не надо. Купил. Все. Короче, я пока просто не выкидываю барахло, которое тут есть лишнее. Сейчас разберемся. Так, акум. Тут что? Еще патроны вижу, еще патроны вижу какие-то. Какие еще? Капец, 5.45, уже 20 патронов. Ну, осталось только это найти, инвентарь. Да, чё ими стреляет? Чё ими стреляет и магазин, соответственно. Ага. Шлем. В мусорских тачках что-то попадается. Так, по мелочи возьмем. Так, в принципе, у нас уже свечи и ремень ГРМ есть, на всякий случай. Блин, ну да, тачку найти было бы хорошо, хоть, блин, это... Хотя бы для мотоцикл. Хотя бы просто, чтобы можно было быстро передвигаться, да? Ну, колесо валяется. Это на тачку надо будет. Он, по сути, колеса часто появляется, попадает. Да, да тем более, кулись. О, бля, там синтольчик с двумя собаками. Ну, слевее пойдем. Да-да-да. Он все равно через этот парапет не сможет перейти. Угу. Самое что это, он прям с двумя собаками. Да ладно, что собака согрелась? Бандана. Это что? Это дебильная собачка, которая. Слева тоже синтольчик на бугре. Ну чуть не, я чуть правее от тебя. Ну, вообще какой-то черный, бля, видишь? Негр. Так. Тут лук есть. А нахер он сдался. Псина. Ой, ох, я, бля, по тебе попал, нет? Все, я по тебе, походу, попал нечаянно. Живой, нормально? Да, нормально. Лук с 6 стрелами здесь, алюминиевыми. Да, я видел лук. Есть там такой. Ну, пусть полежит пока. Так, что, палатки нам надо, да? Да. Так, тут ни хрена нету. Ну, по сути, самый бы нужный лут на вот этих металлических конструкциях. Не-не-не, в этих тоже есть, ты чё? Ну, больше. Мы, по сути, сейчас с тобой залутались вот в этих палатках. Так. Бита. Зеленый фонарь, блин. Чё зеленый? Ну, эти зеленые. Люминесцентные. А, тоже прикольный. Нож. Так, что тут? Впервые патрон, блин. Ебать у меня этих дымовых гранат. Все, больше нет палок. Да тут вроде как все, да? Так, ну вот теперь, в принципе, мы можем уже съебывать тогда туда. Маленький генератор. Перчатки. О, гвозди нашел. Что-то я нашел, что-то взял я. А, это. Так. Шерт. Так, ты где? Я вот тут внизу. На дороге. А, вижу, да. Ну все, что туда? Налево в город пойдем? Да, пойдем туда сходим. На ту сторону за мост пойдем лутать или что? Или пойдем уже это? На какую? Ну, за откуда ты прибежал, ту часть. Ну да, я и говорю туда идти. Туда идти и как раз вот в этот большой город, потому что... Ты в этот хочешь? Хейвард валишь? Ну да, в принципе, нам чё, какая сейчас разница уже? Ну мы же хотели базу ставить. А, точно. Тогда надо будет её вон там где-нибудь слева поставить. Уж надо наконец-то её поставить, а то что мы... Ага. Чё? Мне интересно, а мачетом я смогу добывать? Дерево, что ли? Эти, да. Сейчас пойду проверю. Так, ну у меня топор есть, молоток есть.
Молоток тоже есть. Я пока сюда направо убежал, просто проверить. Добывается, не добывается вообще. Нихуя. Топором надо. Нормально, амбал до сих пор за нами бежит. Да, ну ты же вдоль дороги. А, все, обратно. А что там взорвалось? Это паучок. А. Собака носится, бля. Хорошо, он через парапет они не перелазили. Чину он свою не забрал, да? Что-то она носится, как уже пораненная. Да, блядь! Иди сюда! Не-не, ты сейчас меня убьешь. Так, мясо честнее, я заберу, наверное, да? Да, возьми на всякий случай. Так, яблоньки надо смотреть, да?